Мы приехали в Крым, нас там ждал алкоголь и дым. Мы встретили отличных ребят, с ними можно отрываться затяг. В первый вечер мы создали мечту на загорелом теле сделать тату. Нас разделял всего один взгляд, чтобы понять, это тот самый разряд. Знаю, ты не мачо, но ты набил печатью. Теперь я знаю, что это значит. Мы будем вместе отдыхать и рассветы встречать. Зачем нам обед? Мы поедем в новый свет под крымским пивом. Жизнь особенно красива. По дороге в Ялту на водопад. Там такие виды просто опад. Знаю, ты не мачо, но ты налил чачу. Ooh, 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 ooh